Итак, дорогие друзья, 17 февраля произошло подписание соглашения о ряде адресных проектов в Индии. У Анатолия Эдуардовича, у Виктора Игоревича Бабурина и у всей команды, которая их поддерживает и сопровождает, огромнейший плотный график бизнес-поездок в кратчайший период. Но первый пункт назначения, то есть Индия, был завершен ошеломительным, по-другому это не назовешь. По сумме контракта я хотел бы процитировать Сергея Анатольевича Сибирякова: много и очень большая сумма. Друзья, если передать свои эмоции, такое ощущение я испытывал, когда только начинал развивать проект Skyway, когда услышал информацию Юницкого. И я думаю, что каждый из нас с вами в первую очередь должен заботиться о сохранности проекта и о сохранности информации. Поэтому по просьбе настоятельной Анатолия Эдуардовича, Виктора Игоревича Бабурина, мы не имеем права разглашать название штата, но я могу сказать, что это один из небольших многих штатов Индии, а территория Индии — это 3 миллиарда квадратных километров, и там будут реализовываться не адресный проект, а адресные проекты по различным направлениям по применению технологии Skyway. Вот, дорогие друзья, я вас от всей души поздравляю с этим событием. Вот, это наша общая с вами заслуга, каждого из вас, каждого человека, кто принимает участие в проекте Skyway, кто верит, надеется, ждет сейчас всех событий. Подробностей, сейчас вот этого договорю, да, подробностей мы, более детальных мы пока не знаем, потому что сегодня у нас Виктор Бабурин с Анатолием Эдуардовичем в Арабские Эмираты улетели, возможно, и там что-то будет, но пока об этом ничего не знаем, вот, подробности будут в ближайшее время. Сумму, которую не озвучивал Алексей Суходоев, вот, она действительно большая. Она большая сейчас для проекта, для нашего старта. Но я думаю, что это через 2, 3, 4, 5 лет это будет просто небольшая сумма. Это около 1 миллиарда долларов. А если я не ошибаюсь, но могу ошибиться в нескольких только миллиардах, это 922 миллиона долларов на 3 адресных проекта. Еще раз мои поздравления, потому что эмоции действительно переполняют. И вчера это был вечер прям вот фееричный.